Михаил Михайлович, самым эффективным руководителем для советского человека. Каким образом? Советский человек никогда не чувствовал такую быструю отдачу от своих действий. Советский человек писал донос на соседа, и уже вечером соседа вели. Это поразительная быстрота. Причем именно народного волеизъявления. То есть удовлетворение именно народного волеизъявления. Вот у этого либо часто бывало, что из-за квартиры, часто бывало из-за должности. Неважно. Донос, и он уже сидит. То есть красота, честно говоря. Где ты еще видел такой фильм? Простой человек в жизни страны играет такую роль. Причем, а донос на академика, а донос на заместителя министра. То есть, 2-3 человека и сидит. Вот я считаю, что от этого такая, я